Но обстановка-то похуже еще, чем была, стала. Много их стало. Благодаря самому, да. Ну, нам тут по телевизору показывают, что вроде это, там получше все. Чешут много там по телевизору. Самый главный пи***бол России, это сейчас он этот, Коношенко. Только чешут, да? Да, конечно, сколько он, Коношенко, каждый день мы что-то тут вертолеты, самолеты сбиваем, и что-то их меньше не становится. Понятно, то есть прут потихоньку, да? Ну, идти-то вперед не идут, там у себя стягивают резервы, обстреливать почаще стали. А так-то вперед не идут. Что, как местные там план? Да, местных-то тут мало. Они почти все съехали. Ну, те, которые остались-то, что, как отношения-то? Сватово, вот ездили. Да вроде ничего. Ну, непонятно, что говорят, правда. Там на рынке где-нибудь, если кто-нибудь цепит, что-нибудь говорит, говорит, и стоит, ты, блядь, стоишь, как этот, ни хера не понимаешь. Понятно. Ну, когда ты с автоматом идешь, тебе все нормально, наверное. Все дружелюбные, да, когда идешь с ним? Ну, а так куда-нибудь зайдешь, он уже за угол, блядь.